Наверное, с удовольствием погрузилась в мир ну, такого, знаете, какого-то детского волшебства по поводу того, что бы такого еще можно напялить на голову, да, потому что там, правда, есть все, что угодно. Это не шляпа, это предмет искусства, понимаете, это как картина, иногда, там, фотография, посмотрите, красивая. Это просто предмет красивости. Понятно, что это мало кто отважится одеть куда-то, куда бы то ни было, вот, но это реально красиво. Мы представляем 46 работ, его безусловных хитов. Некоторые из них были представлены на той самой выставке 5 лет назад, но есть совершенно новые работы, которые еще не выставлялись ни в России, и даже не побоюсь этого слова, в рамках выставки в мире.